Привет, Глеб. Мила, ты что здесь делаешь? Откуда у тебя ребенок? Твой сын, Глеб. Что? Ты что, с ума сошла или это шутка? Держи, не сомневайся, он твой. Глеб, он родился 5 дней назад. Вот посчитай, минус 9 месяцев, он твой. Бери. Ты... Глеб! Стой, ты куда? Мила! Нина, это ерунда какая-то. Я не знаю, что происходит. Это розыгрыш какой-то?